Дагестан посетила делегация руководителей национальных общин и диаспор из Кемерово. Более 30 человек из столицы Кузбасса и других близлежащих поселков приехали в республику со знакомительным визитом. В столице Дагестана гости провели 3 дня. За это время они успели посетить главные достопримечательности республики, в числе которых место строительства духовного центра имени пророка Иссы. Здесь для них была организована содержательная экскурсия. Им рассказали о ходе строительства, а также об объектах, которые будут функционировать на его территории. Гости, в свою очередь, остались впечатлены масштабами народной стройки. Здесь же кемеровчане приняли участие в посадке деревьев на месте будущего парка, строящегося около мечети имени пророка Мухаммада. Впечатление, честно сказать, очень прекрасное. Никогда подобного такого не видел. Очень прекрасная мечеть. И все это благодаря нашему муфтию Кудею Ахмаду Фанди. Это очень нравится нам. И благодаря людям, которые здесь работают, помогают, очень радуются наши сердца. И, иншаллах рахман, мы приведем еще больше людей с нашего города Кемерово, чтобы они посетили такие прекрасные места. Пришли, конечно, познать религию более глубже, постараться передать знания. И, иншаллах, в дальнейшем будем планировать приезжать чаще, и чтобы здешние дорогие наши мусульмане, братья и сестры, к нам приезжали, делиться знаниями, и будем только рады. В республике гости также посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди, побывали в Министерстве по национальной политике, а также встретились с известными дагестанскими спортсменами. В одном из ресторанов Махачкалы прошло просветительское мероприятие, которое сопровождалось исполнением мавлидов и выступлениями алимов. По словам инициатора мероприятия Гайдара Магомедова, основная цель приезда гостей – развитие межнационального и межконфессионального диалога. Таких частичных мероприятий они видят, что такое Дагестан и как она представлена собой. И мы, как мы им предложили поехать в Дагестан, и у них такое получилось. Да, конечно, все вот эти люди, которые, можно сказать, 30-40 человек, оставляя своих детей, можно сказать, свои работы, тот же день взялись купить билеты и сказать, давайте поедем в Дагестан. На самом деле мы хотим посетить Дагестан. У нас как Суахский канон, тот же самый Дербентский крепость, тот же самый увидеть здесь спортсменами, увидеть духовными лидерами. У них огромное желание, возможность появилась. И это вы видите, как чуть ли не с 7-8 разных национальностей люди, которые еще, которые желали приехать, тоже остались. Я первый раз вообще в Дагестане. Я была наслышана, у меня был знакомый с Дагестана, Махач Ибрагимов. Но он разбился 25 мая этого года. И он аварец. И благодаря ему я стала как бы узнавать, что вообще мусульманство, эту веру, что мне начало интересно, и своего ребенка прививать к этому стало, что он дзюдо отправила. Сейчас у меня изучает исламский язык, сын мой. В дальнейшем, если он захочет, как бы я не против, что он ислам примет.